Всем привет, вас смотрит канал GameBreak, и сегодня у нас обзор небольшого пака. 2012 год, серия Лего Ниндзяго, 95-66, артикул Самурай X. В набор входит фигурка, спиннер, карточки и оружие. Начнем с фигурки, она здесь действительно весьма интересна. Ния в костюме Самурая X. Не секрет, что многие покупали наборы чисто ради фигурок. И вот эта фигурка, на мой взгляд, очень и очень достойна. Лицо Нии, два лица. Двухстороннее, точнее, лицо такое злое, ну и обычно улыбающееся. И костюм Самурая X. Действительно, очень здорово все сделано, красиво. Красивый и приятный шлем, конечно. Вот это забрало, нечастая деталь. Такой шлем. Также спиннер входит вот с этой верхней деталью. Спиннер Самурая X такой. Темно-серый блестящий цвет. И сверху вот эта деталька. Кроме того, в набор входит такая вот пика. Так, сейчас мы ее оденем. Кроме пики еще есть меч. Ну и еще вот один такой обычный меч. И... Что-то надо качать Ninja Go, да? Опа! Вот такая вот фигурка со спиннером. Плюс колода карт, которую я только что сбил на подставочке. 5 карт набора. Самурай X карта. Карта Бумеранг. Replay top card from your discard pile ignoring SP. То есть еще можно разыграть карту, которая в вашей колоде отыгранных карт есть. Двойная дуэль какая-то. Whirlwind. Blow on spinner until a player wins. То есть тупо дуйте на ваш спиннер, пока не выиграете. И еще какая-то. Set up the buff, each player spin 3 times. If you spin, knock more card down, reclaim. А, ну тоже классно. Тут поставьте карточку на расстоянии 3 карт и должны ее сбить спиннером. Вот такая забавная карточка. Кто первый собьет, тот победил и может вернуть свое потерянное оружие. Когда все три оружия терялось, насколько я помню, все, игра заканчивалась. Тот, кто потерял все оружие, тот проиграл. Ну, естественно, дает свою фигурку победителю. Но это так, по жестким правилам. А вот такой вот наборчик небольшой. На этом я с вами буду прощаться. До скорой встречи. Всем пока.